тренировки проводились по мишени, которая имитирует современные средства поражения. И, в общем-то, по своим характеристикам данная мишень на грани возможностей нашего комплекса. Но расчет справился с задачей и данную мишень поразил. Это говорит о высокой выучке наших военнослужащих. Нельзя не отметить и не сказать про наших летчиков, которые, в общем-то, в таких условиях обстановки впервые мы пускали ракету Р-27 самолета Су-30СМ. Пуски были успешны, что особо хочется отметить, что данная ракета средней дальности Р-27 была модернизирована на наших предприятиях и показала высокие результаты точности.